в субботу 23 сентября на канале ТВЦ вы сможете посмотреть 4-серийную мелодраму под названием «Книжная девочка». В ней Женя рано потеряла родителей и выросла в доме властной старорежимной бабки, привыкнув подчиняться ей во всем. Девушку это не гнетет, ведь она больше времени проводит в мире грез и прочитанных сюжетов, чем в реальности. Когда ее дядя, санитарный врач, устраивает племянницу подработать санитаркой в свою больницу, Женя немедленно влюбляется в главного хирурга. Руслан Волчеткин кажется ей настоящим рыцарем, в сверкающих доспехах, но рыцарь женат, и несмотря на явный интерес к Жене, разводиться не намерен. Его жена Ольга – ментальный инвалид, и бросить ее просто немыслимо. Узнав о влюбленности Жени, бабушка заставляет ее немедленно покинуть больницу навсегда и находит для внучки работу в книжном магазине. Но даже оказавшись в лучшем на свете месте, даже встретив интересного и загадочного незнакомца, книжная девочка не может забыть Руслана.